Привет всем, дорогие друзья, гости канала, мои любимые подписчики. Ну что, рубрика «Ташкент. Дом вашего детства» продолжается. Мы находимся на 11-м квартале Юнус-Абада. Да, Юнус-Абад нас не отпускает. Очень много подписчиков, которые здесь проживали, просят также снять их родные места, дворы, дома, детство, где они выросли, учились. И сейчас мы находимся в 240-й школе. И я хочу вам показать, кто давно не был, кто давно уехал, еще в советское время, может быть, или после 90-х годов, как изменилась школа. Идемте посмотрим. Вот так сейчас выглядит двор, вернее, дворовая часть до школы, 240-й. Сейчас идут экзамены. Дети сдают последние экзамены и потом на каникулы. Как вам картинка? Смотрите. Помните, сзади школы было футбольное поле, а сейчас тут новостройка. Да, кто помнит вот эту горку? Лестницы тут не было, вон того футбольного поля не было, это все, что отдали, да, за место того большого сейчас в школе. Здесь мы катались с горки. Да, я тоже, кстати, с 11-го квартала, я тоже учился в 240-й школе. Ну, смотрите, здесь проходили все линейки. Вот. Ну, идемте посмотрим. Да, столовая на первом этаже, на втором актовый зал. И, честно говоря, непривычно, да, видеть вот эту новостройку, где раньше было просто поле футбольное, где все гоняли футбол. Вот, и вот так сейчас это все. Такое соседство, конечно, лучше бы они школу построили еще одну, честно говоря, потому что жильцов здесь прибавится, а 240-я, ну, не выдержит с таким потоком населения. Да, если пройти за школу, там была площадка и спортивная площадка. Давайте пройдем. По начальной военной подготовке там было такое, как бы, конструкция такая металлическая в форме танка и траншея, то есть нас уже учили с алюминиевыми гранатами, там 100-граммовыми, 200-граммовыми, 400-граммовыми, если я не помню, такие алюминиевые болванки из окопа бросать в сторону вот этой конструкции в форме танка, да, гранату. Вот, вообще, я помню, начальная военная подготовка в этой школе была очень сильно развита. Мы разбирали автоматы и в противогазах, и без. Вот здесь это была площадка. Вот. Кто помнит, это спортзал, кстати. Это спортзал. Смотрите, как здесь все разросло, выросло. Вот. Ух ты, песочница осталась. Да, вот оттуда мы разбегались. И вот здесь толкались даже, видите, деревяшка. И прыгали в песок. Да, вот это сейчас так выглядит. Песочница осталась. Ну, видимо, нормативы по легкой атлетике здесь проходят и сдают. Да. Вот здесь тоже была большая конструкция такая. По ней лазили, лестница там высокая. Ну, сейчас ее, конечно, здесь нету. Вот это место были труды, мы колотили ящики. Почему-то такой заказ был, да, от государства, не поймешь от кого. Привозили фанеры, штапики, и мы все время собирали ящики. За два урока трудов, 90 минут, нужно было собрать 10 ящиков. Тогда тебе пятерку поставят. Вот, и вот эта вся тема была, короче, здесь фанера, постоянно какая-то лесопилка. Вот, к этим воротам подъезжал грузовик, все время привозил сырец и забирал ящики вот с этих ворот. Помните? Ну, кто помнит, учился в 80-х-90-х годах, это, конечно, помнит. Один раз ребята так намучились с этими ящиками, что просто оставили записку. И как-то водитель приехал и говорит: ребят, вы там ничего не пишете, нет? Какие-то там послания не отправляли? А то получается, что привезли. Да, здрасте. Вы на камеру снимаете? Да. А что случилось?
Ничего не случилось, чисто блог для себя. Да, у меня свой YouTube канал, меня зовут Рустам. Рустам, Камила. Да, в 91-м году я ушел, уволился, сказал. И это самое, у нас есть рубрика «Ташкент, дом вашего детства». Многие, кто здесь ужил, проживал, учился, они уехали, тоже просят снять свою родную школу, фасад, как что изменилось, дома. Сейчас я вот пойду на адрес сниму. Да, вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже. Рустам. Школьный сайт я веду. Ага. Я тоже видела, когда набирала 240, видела вашу. Да, поэтому, если вы не против, можно я продолжу? Нет, все. Спасибо. Я думала, с окна увидела, кто... Да. Не, это моя родная школа тоже. Все, хорошо. Соседство просто офигеть. Я просто обалдел. Здесь поле было футбольное. Да. Да. Спасибо большое. Спасибо за решение. Ну вот, администрация школы. Очень приятная. Нам дали добро. В принципе, мы никакого криминала не делаем, всегда это чисто добрый канал про Ташкент, про ваши родные места. Поэтому мы продолжаем, да? Так вот, когда машина приехала и водитель спросил, вы, ребят, там ничего не оставляете? В ящиках послания никакой не передавали. Все спрашивают, что случилось? Ну, там девушки открывают, да, эти, как бы, ящики. Там записка лежала. Но они разворачивают, и там написано: задолбали вы все с этими ящиками. Ну, это было немножко в грубой форме. Ну, в общем, вот так. Весело. Я, знаете, что хочу подняться? Да. Забор. Ну что? Все эти спортивные, как бы, змейки, турники, все перенеслось сюда выше. Раньше там было поле, сейчас это 3 или 4 дома новостроек. Вот. За забором там садик, кто помнит. Да. Ну, сейчас футбольное поле вот такое. С искусственным покрытием. Ну, а наша школа, помните, она, в принципе, не изменилась, только чуть-чуть подрифтовали у нас, получается, фасад сделали, крышу поменяли, камера видеонаблюдения. Ну, а горочка, она осталась, видите. Раньше мы все катались здесь зимой, перед уроками, после уроков. Вот. Чинары все на месте. Ну, вот такое футбольное поле сейчас. Вот такие дела. Ну что, сейчас по просьбе нашей подписчицы Ольги мы дойдем до 38-го дома. Также до 22-го я постараюсь его тоже найти. И показать ее родной дом, где она жила, родилась, выросла до 10 класса. Она здесь училась. Давайте послушаем ее голосовое сообщение. А я буду пока идти к ее дому. Рустам, добрый день. Меня зовут Ольга. Хочу попросить вас снять дом, где я выросла. Это Юнусабад, 11 квартал, 38 дом, 2 подъезд, 10 квартира. Я родилась и жила там с родителями до 10 класса. Наш дедушка был военный, собственно... Да, и как преимущественно все вот эти вот дома, они были для военных. Вот. Сначала там жили мои бабушка с дедушкой, потом жили мы с родителями. Квартира на первом этаже, как я помню, там был палисадник, где росли, где мама выращивала разные ягодки, цветы, еще там росло большое урючное дерево, сирень, все это, конечно, весной цвело, было очень красиво. Вот. Училась я в 240-й школе, после школы часто оставалась у дедушки с бабушкой, они уже жили вот потом в 22-м доме, если удастся, тоже снимите его, пожалуйста. Вот. В общем, все детство мое прошло там, в этом месте. И потом мы переехали, и вот уже, к сожалению, больше 20 лет не было возможности пока у меня приехать в Ташкент. Очень скучаю по этим местам.
Поэтому буду вам очень благодарна, если у вас получится это все снять. Спасибо вам за вашу работу. Ольга, мы в вашем дворе. Второй подъезд, первый этаж, 10-я квартира. Так, мы сейчас зайдем во второй подъезд. Девятая, десятая. Ваша квартира. Ну, тут теннисный стол здесь стоит собранный. Так, это получается, вот где машина стоит. Здесь. Давайте я обойду с задней стороны и покажу вам двор, вернее, дом с задней стороны ее части. Ну, это ваш двор. Сделали недавно асфальт. Вообще в Ташкенте в последнее время взялись за придворовые территории, и в кварталах, и в махалях, прямо поголовно везде стелят новый асфальт. Да, видите, свежее совсем покрытие. Ну а мы выходим из двора Ольги, и вот задняя часть получается дома. Ваш родной дом. Возможно, это ваш родной садик. Ну, если бы я здесь в этом доме жил, я бы через дорогу до сюда, наверное, родители меня оформили. У вас и садик, и школа совсем рядом. Наверное, здесь вы и ваше детство и прошло. Наверное, это ваши окна. Дорогие друзья, мы на 11-м квартале. Я сейчас пройдусь чуть-чуть дальше, поснимаю еще дворы, может быть, кто-то здесь тоже проживал. Также покажу, например, соседский 37-й дом. И мы потом двинемся на 4-й квартал по просьбе Натальи и покажем ее родной дом. Потом проедемся на 2-й квартал. И также я засниму тоже по просьбе нашего подписчицы ее родной 7-й дом на 2-м квартале. Ну а пока
мы на 11-м Нюсабада и проходим мимо 32-го дома. Если я не ошибаюсь, кажется, в этом 32-м доме жил мой одноклассник Сысоев Константин. Может быть, кто-то его тоже знает. Может быть, кто-то что-то напишет. Где он сейчас, как он? Ну, да. Эта часть Ташкента, она не иссякла. Ходят, покупают холодильники, старые швейные машинки. 32-й дом 11-го квартала. Двор 31-го дома, если я не ошибаюсь. Да, 31-го дома. Гаражи все убрали и сделали вот такие прозрачные навесы. Ух ты, мастерская, сантехника любая, пожалуйста. Телефоны нужны, кто что, пожалуйста, обращайтесь. Такая мини-реклама. Тридцатый дом. Кто-то здесь тоже, может быть, проживал во дворе. Напротив 240-й школы. Ну что, подвигаемся на 4-й квартал. Поехали. Ну что, мы на 4-м квартале. А по просьбе Натальи, нашей подписчицы, я хочу также пройти до ее дома номер 24 и заснять ее родной двор. Давайте послушаем ее голосовое сообщение. Скорее всего, это больше, наверное, коллективная просьба, но это в лице Натальи, я так думаю, потому что Наталья назвала очень много своих дворовых друзей, которые также разъехались по разным уголкам мира. Конечно, им тоже будет очень приятно увидеть свой родной двор. Ну, давайте послушаем. Добрый день, Рустам. Там писала голосовые, интернет был плохой. После того, как мы переехали с Б1 на 4-й квартал, получается, с 11-го на 4-й квартал, первое время я очень долго скучала по 11-му кварталу, тогда он был Б1. Ездила, у меня был велосипед Пельм, и ездила каждый вечер туда, к своим старым друзьям. А потом со временем поняла, что, оказывается, у нас на 4-м квартале, дом 24, оказался очень хороший дружный двор. Все получились, что ровесники практически. И вот где сейчас там застройка, я так понимаю, что уже посмотрела фото кое-какие. Там раньше была у нас площадка волейбольная. И мы каждый раз выходили вечерами туда. Из всех только я умела свистеть. И даже когда мы собирались утром в школу идти, я выходила на и начинала свистну. И все подтягивались, и мы дружно шли в школу. Вот с 9-этажки. 4-этажка наша. Иришка, Лиля, Люда, Сашка Тюгер, Вовка Черносов, Радик, Равиль. А Бахтиёр еще был у нас, видите, даже. Вот у нас как в дружбе все были. Дина. Все, конечно, разъехались. Кто куда. Кто в Грецию. Ну, что интересно, мы до сих пор все общаемся. Мы благодаря этому интернету, благодаря одноклассникам уже, мы все нашли друг друга. И продолжаем до сих пор, мы общаемся. Делимся своими домашними новостями, делимся своими детками, внуками. Настолько очень дружно у нас оказался наш двор. У меня это была 4-комнатная квартира, и, получается, окна выходили на эту, и на ту сторону выходил балкон. Там был гараж у папы, небольшой огородик был, которым я ухаживала. У соседей яблоки воровали, постоянно лазили. У кого-то сирень была, у мамы день рождения лазили, цветы собирали. Ну что, Наталья, мы в вашем дворе, 24-й дом. Бывшее название квартала А1. Даже табличка, смотрите, осталась. А1. И новое название, 4-й квартал.
Давайте зайдем внутрь двора. Да, вот на этом месте вы говорили, да, у вас был пустырь, здесь волейбольная площадка. Ну, а вот ваш двор. Вы не сказали, в каком подъезде вы проживали. Я постараюсь все застать. Тихий, уютный, тенистый дворик 24-го дома на Инсабаде, 4-й квартал, бывший А1. Собирались также всем двором, ездили на Рахат, на Бах, купались. И вот говорю, до сих пор мы все очень сильно общаемся. Очень дорог Ташкент, короче, да. Порой даже, как вы спрашиваете, снятся ли вам сны? Конечно, снятся сны. Снятся, гуляем по нашим любимым местам, по нашему детству. Все это очень трогательно. И Ташкент всегда останется в моем сердце. Напротив вашего дома тоже какая-то пристройка. Скорее всего, это что-то четырехэтажное, но не жилое помещение. Ваш дом сейчас выглядит вот так вот, двор. Наши любимые чинары. Они повсюду в ташкентских дворах. Что, Наталья, мы в вашем дворе. Сейчас я сделаю фотографии, также в Телеграм вам пришлю. Сегодня будет, конечно, ролик, сегодня вы все увидите. Вот так выглядит ваш дом. Ну что, по просьбе нашей подписчики, подписчицы с России, Ирины Пугайкиной, мы также хотим показать ее родной дом. Все вы его, в принципе, тот, кто жил на Инсабаде, знаете. Мы сейчас находимся на мосту Инсабадском. Это у нас базар. Остановка автобусная. И вот дом номер 7. Это ее родной дом. Сейчас мы к нему подъедем, посмотрим, как он сейчас выглядит, что там изменилось во дворе. Я все обязательно покажу. Вот такая панорама. И инсабадцам, кто уехал в разные места мира, я вам хочу показать, как сейчас выглядит наш родной универсам. Он на той стороне. Да, кто-то написал, действительно, только вывеска осталась, а остальное все поменялось. Мы делали репортаж на универсам тоже на 11-м квартале. Ну, а здесь у нас такси, стояночка, базарчик, он никуда не делся. Подземный переход с выходом на ту сторону. Ну и мы подходим к 7-му дому. К дому Ирины, нашей подписчицы. Напишите в комментарии, как поменялся ваш дом, двор. Мы постараемся зайти, подойти к вашей квартире, если будет там открыто. Я имею в виду подъезд, если будет открыт, конечно, я сниму вашу дверь. Заходить, конечно, мы никуда не будем. Вот так это сейчас выглядит. Универсам, ну и базарчик на Сабана. И вот второй квартал, D2. Ну что, третий адрес у нас сегодня по просьбе нашей подписчицы. Мы хотим проехать на квартал номер 2, к ее родному дому номер 7. Рустам, здравствуйте.
Очень большая просьба. Вот вы проходили такую, это вообще, конечно, да, ностальгия бешеная. Просто, я не знаю, всплеск эмоций, такое чувство, потому что прошло уже 35-36 лет, вы ходили вот по четвертому кварталу, возвращались. Но вот видите, вот за по левую сторону от вас, вот угловой дом на вашем видео, я сделала скриншот. Я не помню, какой сейчас там квартал, потому что столько лет прошло, мы еще детьми были, когда мне было 9 лет. Если будет возможность, пожалуйста, снимите там двор, вот этот дом, получается, напротив вот этого кафе «Арзу», с этой стороны, с четвертого квартала напротив, а с той стороны напротив рынка, вот этот вот девятиэтажки, большие девятиэтажки, буквы «Г», вот это наш двор. Как раз вот эта сторона, которую теперь вот отсюда видно, где вы идете. Если будет такая возможность, огромная вам просьба, пожалуйста, снимите наш двор. Двор нашего детства. Мы уехали. Что, Ирина, мы в вашем дворе? Мы живем сейчас в России, в Волгоградской области. Дом номер 7. Заранее, конечно, благодарна. На втором квартале. С трепетом прям будем ждать. Нет возможности пока туда съездить, как бы. А очень хочется побывать, но пока не получается. Буду очень-очень вам признательна. Заранее, конечно, спасибо. Да, нам нужна 173-я квартира. Сейчас мы до нее дойдем. Я постараюсь подняться. Узнаете, как тут все поменялось? Напишите в комментарии, хорошо? Виноградники в подъездах. Урючено. В каждом подъезде по дереву урюка. Двор. Скорее всего, это этот подъезд. 171. Нам нужна 173. Следующий. Да, уютный теневой такой дворик. 10-й подъезд. Наверное, дверь кодовая закрыта. Я не смогу попасть. Посмотрим сейчас. Да, закрыто. К сожалению, я не попаду. 172, 172, 173. Скорее всего, это первый этаж. Вот эти окна. Если я не ошибаюсь. Ирина, поправьте меня, хорошо? 10-й подъезд. Скорее всего, вот это первый этаж. Вот ваш дом. Номер 7 на втором квартале Юнусовара. Вот так выглядит подъезд. Да. Площадочка детская. Стояночка. Двенадцатиподъездный дом. Такой угловой, можно сказать. Да, и вот эта арка, которую вы сказали, что да, проходили под арку. В конце 80-х, началах 90-х, я помню, мы сюда бегали смотреть в видеосалоне фильмы зарубежные. Вот прямо на этом пятаке стоял автобус старый. Да, и его оборудовали, туда поставили видеомагнитофон. И по рублю, короче, да. Пожалуйста, приходите, смотрите. Вот прямо здесь автобус стоял. Видеосалон такой. Ну, вот ваш дом. Со стороны дороги.
Да, это Инсабад, 4-й квартал там. Инсабадский рынок там, универсам с той стороны. Мост Инсабадский. Ну вот ваш дом номер 7. Где-то вот здесь на первом этаже ваши окна должны быть. Возможно, вашу квартиру уже отдали под нежилое. И здесь, наверное, Дарихана, в смысле аптека. Хотя, может быть, и вот эти окна. Ну что, Ирин, ваш 7-й дом на Инсабаде. Как обещали, мы вам его показали. Надеюсь, вам было приятно увидеть свой родной двор. Ну, рубрика «Ташкент. Дом вашего детства» продолжается. Также продолжайте нам писать. Мы все читаем, все комментарии. Если хотите поддержать наш канал, пожалуйста, все ссылки в описании. Мы будем рады любой поддержке. Опять же, повторюсь, никакой ставки нету. Все на ваше усмотрение. Мы любой поддержке рады. Поэтому пишите мне в Телеграм голосовым сообщением, желательно, которое мы, естественно, вставляем в ролик, вашу просьбу. Присылайте свою фотографию, чтобы было понятно, от кого обратная связь. С вашими просьбами, что бы вы еще хотели увидеть в своем родном городе, в котором вы выросли. И, конечно, мы все это покажем для вас. Ну что, до новых встреч. Всем пока-пока. Всех обнимаю.